Анонс и точка выхода 14 серии сериала «Камень, ножницы, бумага». 14 серия сериала выйдет в эфир 5 июня. Ранее в сериале мы увидели, как Умуд, который начинает первое заседание суда, с большим разочарованием, благодаря развитию событий в ходе слушаний, меняет ситуацию в свою пользу. Путь к свободе Ризы будет проблематичен. Через ночь убийства. Умуд и Олев должны пролить свет на эту ночь. Прогресс Умуда положит начало разгадке внутри Эмиркарлнары, Рюя, которая узнает секреты, хранившиеся годами. Начинает серьезные разработки со своей семьей. Фичир, решивший бросить все и уехать, намерен забрать кого-то с собой. Пути Харуна, Якара и Умуда снова пересекаются, что заставляет их действовать сообща. В погоне за подсказкой, полученной от Умуда, Харун узнает еще одну важную деталь. Секрет, который скрывал от него Кадри Палас. Какую правду скрывает от Гаруна Кадри Палас? 14 серия сериала выйдет в эфир 5 июня. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.